В кейптаунском порту скакао на борту, Жанетта поправляла такелаж. Но прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отпущен экипаж. И тут сутулятся по темным улицам, а клюши новые ласкает бризы. Они пошли туда, где можно без труда найти себе и женщин, и вина. А ночью в тот же порт ворвался теплоход в сиянии своих прожекторов. И свой покинув порт, пошли гурьбою в порт 14 французских моряков. У них походочка, как в море лодочка, а на пути у них таверна Кэт. Они пошли туда, где можно без труда найти себе и женщин, и вина. Зайдя в тот ресторан, увидев англичан, французы были просто взбешены. И кортики достав, забыв морской устав, они дрались, как дети сатаны. Спор в Кейптауне решает Браунинг, и англичане начали стрелять. Война пришла туда, где можно без труда найти себе и женщин, и вина. Когда взошла заря, в далекие моря отправился французский теплоход. Но не вернулись в порт и не взошли на борт 14 французских моряков. Не быть им в плавании, не видеть гавани. И клёши новые залила кровь. Так не ходи туда, где можно без труда найти себе и женщин, и вина. Валерий Куличенко, Евгений Харитонов.